Региональный бойцовский клуб «Олд Гард» возвращается в Павловский Посад с профессиональным турниром по смешанным боевым единоборствам ММА, посвященный 90-летию Московской области на призы Героя Российской Федерации Головашкина Александра Николаевича «Олд Гард Дивижн 5». В этом юбилейном турнире вы увидите 12 бескомпромиссных боев, два из них за чемпионские пояса лиги. 21 декабря. ДК «Евсеевский». Начало в 17:00.